Николай Носов, «Затейники». Мы с Валей затейники. Мы всегда затеваем какие-нибудь игры. Один раз мы читали сказку «Три поросенка», а потом стали играть. Сначала мы бегали по комнате, прыгали и кричали: «Нам не страшен серый волк!» Потом мама ушла в магазин, а Валя сказала: «Давай, Петя, сделаем себе домик, как у тех поросят, что в сказке». Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. Мы залезли в него, а там темным-темно. Валя говорит: «Вот и хорошо, что у нас свой дом. Мы всегда будем здесь жить и никого к себе не пустим. А если серый волк придет, мы его прогоним». Я говорю: «Жалко, что у нас в домике нет окон, очень темно». «Ничего», — говорит Валя, — «у поросят ведь домики бывают без окон». Я спрашиваю: «А ты меня видишь?» «Нет». «А ты меня?» «И я говорю: нет, я даже себя не вижу». Вдруг меня кто-то как схватит за ногу, я как закричу, выскочил из-под стола, а Валя за мной. «Чего ты?» — спрашивает. «Меня, говорю, кто-то схватил за ногу. Может быть, серый волк?» Валя испугалась и бегом из комнаты. Я за ней. Выбежали в коридор и дверь захлопнули. «Давай, говорю, дверь держать, чтобы он не открыл». Держали мы дверь, держали. Валя говорит: «Может быть, там никого нет?» Я говорю: «А кто же тогда меня за ногу трогал?» «Это я», говорит Валя. «Я хотела узнать, где ты». «Чего же ты раньше не сказала?» Я, говорит, испугалась. «Ты меня испугал». Открыли мы дверь. В комнате никого нет. А к столу подойти все-таки боимся. Вдруг из-под него серый волк вылезет. Я говорю: «Пойди, сними одеяло». А Валя говорит: «Нет, ты пойди». Я говорю: «Там же никого нет». «А может быть, есть». Я подкрался на цыпочках к столу, дернул за край одеяла и бегом к двери. Одеяло упало, а под столом никого нет. Мы обрадовались, хотели починить домик. Только Валя говорит: «Вдруг опять кто-нибудь за ногу схватит». Так и не стали больше в три поросенка играть.